Шили маски из утилизированных защитных комбинезонов. Центральная городская больница Дербента стала одним из источников заражения опасной инфекции. Об этом замглавы Дербента Заур Эминов сообщил в своем докладе Хизри Абакарову. По его словам, медработники не были своевременно обеспечены качественными средствами индивидуальной защиты, в результате чего сами заболели. Впоследствии также были установлены отдельные факты пошива масок из утилизированных защитных комбинезонов. Руководству ЦГБ рекомендовано ввести объектовый режим ЧС. Будет ужесточено оцепление, к работе привлекут сотрудников Росгвардии и МВД. Свою работу в привычном режиме продолжат продуктовые магазины и супермаркеты, банкоматы и аптеки.